Вы на канале «Английский структурный метод изучения». Урок 62. Структура «This sofa looks comfortable». Этот диван выглядит удобным. Чтобы сказать, что что-то выглядит удобным, нам необходимо определиться, единственное это число или множественное. Если это единственное число, мы будем говорить «Эта парта выглядит удобной». «This» – «Этот» – «Это». Если нам надо сказать во множественном числе «эти туфли выглядят удобными», тогда слово «эти» мы переведем как «these». Эти туфли выглядят удобными. These shoes look comfortable. Для начала прочитаем. This school desk looks comfortable. This sofa looks comfortable. This room looks comfortable. These shoes look comfortable. These trousers look comfortable. These shorts look comfortable. Эта парта выглядит удобной. This school desk looks comfortable. Этот диван выглядит удобным. This sofa looks comfortable. Эта комната выглядит удобной. This room looks comfortable. Эти туфли выглядят удобными. These shoes look comfortable. Эти брюки выглядят удобными. These trousers look comfortable. Эти шорты выглядят удобными. These shorts look comfortable. Заменяя слово school desk, sofa, room, shoes, trousers, shorts. Вы можете составлять свои предложения. With this. С this в единственном числе и со словом эти, these во множественном числе. Чтобы составить вопрос, используем do task. Здесь окончание s, looks. Значит, используем does для составления вопроса. В разговорном вы можете вообще опускать does, do. Но правильное литературное правописание предполагает, что надо использовать does или do. Значит, единственное число. Эта парта выглядит удобной. Does this desk look comfortable? Yes, it does. Да. Эти туфли выглядят удобными. Do these shoes look comfortable? Yes, they do. Да. Не надо путать глагол do с глаголом are. Например, они есть удобные. В русском языке есть выпадает. They are comfortable. Они удобные. В таком случае, конечно же, а на первое место. Ни в коем случае не do. Are they comfortable? А здесь do и does, потому что глагол to look, что делать, выглядеть. Не надо путать. В школе вы помните, вы учили глагол to look at, смотреть на. Или he looks like his father. Он похож на отца. Когда после слова look идет слово like, он выглядит как отец. Англичане говорят, а мы говорим, он похож на отца. Но если после слова look идет for, to look for, это искать. Если после слова look идет after, to look after, это присматривать. Кто не знает, почему я ставлю to перед глаголом? Это инфинитив. Что делать? Выглядеть. To look. А ты выглядишь. You look. Вы были на канале «Английский структурный метод изучения».